Здравствуйте, на связи Федор Васильев, и сегодня новый топ. Топ-5 параллакс виджетов для Adobe Muse. Кто хотя бы немного работал с программой Adobe Muse с точками остановки, прекрасно знает, что при выборе гибкого значения ширины мы не можем воспользоваться стандартными эффектами прокрутки, так называемый параллакс. На помощь нам приходят специальные виджеты. Номер 5 открывает виджет Parallax Cover Images. При загрузке страницы сразу срабатывает эффект. То есть вы видите картиночка. Если я ввожу мышь, то у нас как раз таки происходит Parallax эффект. Виджет имеет 6 вариантов, 6, так сказать, разновидностей вида параллакса в данном виджете. И, конечно же, данный виджет адаптивный. У нас внизу прокрутка не появляется. То есть без заморочки с точками остановки. Особенности данного виджета полностью отзывчивый. Выберите один из 6 различных эффектов, ну как я и говорил. Установить задержку включения эффекта. Установить скорость эффекта. Установить длительность эффекта. Добавить задержку в шахматном порядке. Установите цвет тени, непрозрачность для эффектов параллакса. Настройка параллакса движения. Добавить наложение цвета. Добавить паттерн, сетку наложения. Добавить фразу поверх изображения до 12 букв, которая анимационно будет задействоваться при загрузке страницы. Настройка расстояния и размер букв. Выбор из 600 Google шрифтов. И возможность отключить на определенной точке остановки, то есть отображение виджета. Четвертое место открывает виджет Parallax Background Images. То есть такое сделать невозможно без данного виджета в гибком значении ширины браузера, как я уже об этом и говорил. Вот пример. Вы все прекрасно помните, да? То есть это Parallax Background. Можно сделать сколько угодно таких картинок, и все за счет виджета. То есть у нас может быть адаптивный дизайн и иметь при этом вот такой параллакс. Вы, наверное, часто видели. То есть картинка движется медленнее, чем фон, который потом идет поверх. Здесь только один пример. Конечно же, мы можем сделать на одной странице достаточное количество вот таких вот параллакс изображений. И, конечно же, все адаптивно. Особенности данного виджета. Примените его к любому прямоугольнику на своем сайте Adobe Muse. Установите высоту изображения, установите положение изображения, установите скорость изображения. Работает в адаптивном дизайне. На мобильных устройствах изображение выглядит в статическом варианте. Третье место по праву занимает Parallax Background Video. То есть мы можем абсолютно так же использовать и видео бэкграунд в гибком значении ширины браузера. Сейчас вы это видите. Видео движется медленней, нежели фон. То есть первое видео зафиксировано, следующее видео движется медленнее, чем заливка зеленым цветом. Особенности данного виджета. Добавление нескольких параллаксов видеофона. Установите высоту видео. Установите скорость параллакса движения. Работает в адаптивном дизайне. Становится статическим видео на мобильных устройствах. Второе место моего топа занимает виджет Parallax Poster. Это довольно-таки интересный виджет с таким небольшим 3D-эффектом. Сейчас вы это видите.
можно добавить до 5 изображений. Добавьте цвет тени блеска. И первое место по праву занимает Parallax Widget. Это, так сказать, классический параллакс эффект. В данном виджете в Adobe Muse можно сделать параллакс во все стороны. То есть, как бы я ни двигал мышкой, объекты движутся абсолютно во все направления. Очень классный эффект. Особенности включают в себя создание параллакса сцены, применяя параллакс движения к нескольким элементам, перемещение параллакса сцены с помощью мыши на рабочем столе или ноутбуке, перемещение параллакса сцены с наклоном планшета или мобильного устройства, работает на нескольких контрольных точках, легкий вес для вашего сайта, работает на всех устройствах: компьютер, планшет, мобильное устройство. Итак, на этом наш топ подошел к концу. Каждый виджет стоит от 5 до 10 долларов за штуку. Виджеты предоставлены конторой. Если этот топ был вам интересен и полезен, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом здесь все. Увидимся с вами в следующем топе. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.